Новый устав города сделает администрации 7 районов города подразделениями администрации Челябинска. Теперь муниципалитет будет работать как единое целое. Отказ от двухуровневой системы власти был одобрен жителями на публичных слушаниях еще в июле 2023 года. Законодательной инициативой выступила Челябинская городская дума. Законодательное собрание поддержало и приняло закон о преобразовании Челябинского городского округа с внутригородским делением. Те преобразования в устав города Челябинска, которые мы сегодня обсуждаем, они находятся в контексте общей модели единой публичной власти в Российской Федерации. Превращение Челябинска в городской округ без внутригородского деления позволит реализовывать полномочия более эффективно. Работа над проектом устава велась в тандеме всех ветвей власти. Кроме этого, в ней принимали активное участие специалисты различных отраслей городского хозяйства. Централизация власти на городском уровне выльется и в единый бюджет. Бюджет будет один. Территориальный орган – это юридическое лицо, которое в рамках бюджета будет наделяться соответствующими денежными средствами на исполнение своих полномочий. Все вопросы, которые раньше были в полномочии компетенции районов, останутся на уровне администрации города. Кроме этого, устав дополнили статьей о муниципальных выборах. В городскую думу вместо 49 человек будут входить 37 депутатов. Из них 25 будут баллотироваться по одномандатным округам, а 12 – по спискам политических партий. Срок полномочий очередного созыва – 5 лет. Принятие устава, по сути, это отправная точка для преобразования. Дело в том, что на сегодняшний день очень важно грамотно и правильно передать все элементы и структуры городского хозяйства. Вопросы передачи имущества, вопросы кадровые и, конечно, это вопросы, связанные с бюджетным процессом. Переход к новому уставу будет плавным. В мае депутаты действующего состава Думы рассмотрят проект на заседании комитетов, а потом проголосуют на общем заседании. Устав вступит в свою юридическую силу сразу после того, как будет опубликован. Василий Ермоленко, Артур Фазлеев, 31 канал.